Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел вас отблагодарить за 42 тысячи подписчиков. Ребята, это на самом деле очень большое число лично для меня. И я хотел вас всех отблагодарить. Просто сказать большое спасибо за то, что вас уже так много. Поэтому давайте уже будем идти к отметке 43 тысячи подписчиков и посмотрим, получится у нас набрать или нет. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел еще показать комментарии ребят из прошлого видео, потому что под прошлым роликом вы написали очень много комментариев и очень много кодовых слов, которые ребята досмотрели до конца. Поэтому мне есть что показать. Давайте. Раз, два, три, та-дам. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня я решил вам рассказать самые настоящие отличия взломанной версии от оригинала. Поэтому, дорогие друзья, ролик будет действительно очень интересный. Поэтому берите чай, кофе, чипенюшки, садитесь поудобненькому, отложите все дела и досмотрите ролик до конца, потому что это будет реально пушка. Очень интересный ролик, и всем, я думаю, он очень понравится. В общем, сегодня я решил отметить вам топ-10 отличий и вообще именно то, чем отличается взломанная версия от оригинала. Первое отличие, конечно же, логотипом. Как вы могли понять, что логотипы у этих игр разные, потому что многие ребята не могут понять, на какой они именно версии играют. Кто-то скачает игру с интернета, не с плеймаркета, и не может понять, у него взлом, а точнее не оригинал или оригинал. Если у вас на логотипе стоит Cadillac, это значит, скорее всего, что у вас не оригинальная версия игры, потому что разработчики всегда ставят на логотип себе гелик. И значит, у вас фальшивая версия, скорее всего, либо пиратская, но точно не настоящая, потому что в настоящей версии на логотипе игры изображен именно гелик, именно наша машина, на которой стоит Гелендваген Мерседес, но никак не Кадиллак. А вот именно на взломанной версии у нас стоит Кадиллак Эскалейд. И это первая причина, по которой вы можете заметить, запалить то, что это не настоящая версия, а либо взломанная, либо пиратская, либо вообще не настоящая. Во-вторых, во взломанной версии мы можем купить абсолютно любой гараж, и у вас не снимутся деньги со счета. Вот, к примеру, я сейчас беру гараж вот этот, и вот, у вас деньги не снимаются. В оригинальной версии такого нет. Если вы купите какой-либо гараж или дом, у вас, получается, снимутся такая же сумма. Вот сколько вы потратили, столько же у вас и снимется. Это отличающий фактор. После чего мы можем заметить это тем, что у нас бесконечное число бензобака. То есть у нас очень большое число количества канистр. Конечно, если вы играете на оригинальной версии и вы донатер, и вы купили миллион канистр, то у вас будет, конечно же, так же. Но вот тут вы можете заметить, что у меня плюс 99 канистр. Это означает о том, что я, получается, сделал так, что у меня взломщик и бензобак очень большой, и в нем много места для всего. Поэтому обязательно это означает то, что бензобак, конечно же, взломанный, потому что тут 99 и канистры не кончаются. А в оригинальной версии, конечно же, они могут закончиться просто в любую минуту. Их там не так уж и много, их приходится либо покупать, либо смотреть ролик. Также, что давайте, ребят, заметим. Если мы зайдем к Жорику, мы можем заметить, что у нас, в принципе, то есть когда мы играем вот в взломанную версию, у нас всегда будет все бесплатно. То есть, если мы покупаем какой-либо тюнинг, можете заметить, что у нас деньги не списываются со счета, то есть от слова совсем. И мы можем тюнить прям машину бесплатно, и с нас денежка не будет браться. И это вообще на самом деле очень большой плюс, в принципе, потому что мы не тратим деньги, мы их можем просто вообще не париться, покупать что угодно и как угодно, и вообще, то есть не экономить там, не как-то не откладывать на какую-то машину, а просто тратить их на любое средство, на любую машину, что абсолютно вы хотите. Как, в принципе, сейчас делаю я. Я уже сейчас допрокачаю до конца наши Rolls-Royce, и пока я прокачиваю, можете подписаться на канал, конечно же, если вы тут впервые. Давайте добьем 43 тысячи подписчиков, потому что вот так вот, дорогие друзья. И, как видите, реально, я потратил уже в районе 300 тысяч, но, как видите, деньги просто не заканчиваются, а это и есть, это хорошо, потому что
это самый лучший знак, который есть в этом свете. Потом, тоже, вот делаем мы, к примеру, номера Личи, или вот обычно у меня на Rolls-Royce номера Ричи, типа, ну, богатый, да? И вот, опять же, у нас не снялись деньги. После чего я могу купить вот эту штуку, вот она у меня уже куплена, и с меня не снялись деньги. Дорогие друзья, это тоже очень важный факт. Я могу купить любые колонки, и тоже с меня не будут сниматься баблишко. То есть я могу купить что угодно, вот я могу все колонки купить, и, как видите, денег у меня не отбавляется. И это, в принципе, плюс большой взломанной версии, у которой на логотипе Cadillac находится. И это, на самом деле, да, это очень хорошо, в принципе. Но для кого-то это может быть нехорошо, потому что кто-то любит, чтобы деньги кончались, я не знаю, чтобы вы сами по себе там прокачивали, что-то там копили. Но это вот такая вот взломанная версия. У нее вот такие вот свои приколы есть. Я вот не знаю, это вот такой вот решили прикол сделать. И, конечно же, вот так вот. Что дальше идем? Отличительной чертой еще одной взломанной версии идет, что у вас все гонки, в принципе, пройдены. Все задания у вас, когда вы заходите в игру, у вас все пройдено. Вам уже проходить ничего не нужно. Вы можете просто заниматься любимым делом, покататься на какой-то тачке определенной, которая вам нравится, и просто поугарать с друзьями вместе, посмеяться там в онлайне, возможно. И это реально отличительный факт взломанной версии, потому что у вас уже все куплено, и вам, в принципе, просто вы отдыхаете и занимаетесь тем, что нужно. Поэтому это, конечно, отличительный факт взломанной версии. Поэтому, если вы уже прошли всю сюжетку и вам уже просто не хочется фармить деньги, вы, конечно же, можете скачать взломанную версию и просто наслаждаться именно ей. Потому что тут, как же я опять говорю, денежки вообще не заканчиваются. После чего у нас будет открыто все. У нас все открыты машины. Нам не нужно никакие гонки проходить, чтобы открывать тачки. Все открыто сразу же. И также мы с домами делаем. То есть мы можем купить что угодно, когда угодно и где угодно, в любом количестве. Потому что, как видите, у меня теперь Rolls-Royce прокачан. Ну-ка, я долечу через остров. Ну-ка. Мне кажется, нет. О, но. По-моему, это труба. Ладно. После чего давайте вот мы выйдем в менюшку и можем заметить то, что уже в менюшке есть отличительная черта. Она заключается в том, что бонусы уже не берутся, по-моему. А если берутся, то денежка за них не прибавляется. Также мы можем купить абсолютно любое количество денег вот тут. Как видите, я вот нажимаю, и я все вот покупаю. И с меня деньги не взимаются. Вот так вот, дорогие друзья. И также я могу купить эти все тачки, но я их уже купил. После чего предметы тоже, мигалку я купил. И можем также купить большое количество любых и разных канистр, дорогие друзья. И также можем все отключили. И это отличительная черта именно взломанной версии, потому что тут мы можем покупать все, что находится тут за реальные деньги, бесплатно. То есть не тратя ничего. В оригинальной версии такого нету. И это нужно, ребята, запомнить. В оригинальной версии с вашей карты, либо с карты вашей мамы, будут сниматься денежки за вот эти вот вещи, получается. А во взломе этого нету. И также тут вот абсолютно любое количество денег. И, в принципе, вот такие вот дела. А по поводу онлайна я вам сейчас покажу. И также, в принципе, тут работает онлайн, но он работает по своей теме. То есть, если мы сейчас зайдем в онлайн режим, к примеру, мы подключимся к сетевой игре, я напишу, что Личи, свободная езда, то, скорее всего, мы либо запустимся одни на карту, либо будем играть только с читерами. Ну, точнее, не то чтобы с читерами, а тоже с теми людьми, кто играет на взломке, собственно говоря. Потому что, как видите, тут реально... Ой-ой-ой, я не могу проехать. О, большое спасибо чуваку, что он отъехал. Как видите, тут у нас играет Леша, и можно даже спросить, ты играешь на взломке? Вот, ребят, вы на взломке? И, конечно же, они ответят да, потому что Личи здорово, меня там уже узнали. И вот такие вот дела, потому что, вот, надеюсь, сейчас Леша мне что-нибудь ответит. Мне кажется, должен синий ЕКВ до Кьюба. А, короче, тут еще играют не только русские ребята, но и... Да. Ответьте, вы на взломке, я просто ролик снимаю. Так, вот, снимаю. Вот, давайте, ну-ка, мне же ответ... Я на взломке. Вот, да. Я напишу спасибо, Леша. Ты попал в видос попыт. Вот так вот, да. И вот, в принципе... Это нормальная тема. То есть мы тут будем играть чисто со взломщиками. Это, конечно же, наверное, я не знаю, минус игры. Если, это, знаете, в каком плане минус? Если у вас друг, получается, играет, собственно говоря, на, получается, оригинальной версии, то вместе у вас в онлайн поиграть не получится. Вам нужно либо качать обоим оригинальную версию, либо качать обоим взломанную версию. Потому что вот в этой версии поиграть можно только тоже с теми людьми, кто играет на взломанной версии.
это, конечно же, большой минус этой игры, потому что ты не сможешь поиграть с оригинальными людьми, потому что это вот так. И, кстати, по-моему, на iOS, на iPhone нет взломанной версии, поэтому если у вас друг с iPhone, то вам придется скачать оригинальную версию, если вы, конечно же, из Play Market играете, и это вот такая вот жесть. Вот так вот, дорогие друзья. И, в принципе, вот это единственные отличительные черты, я просто решил рассказать вам всем ребятам, чтобы вы хотя бы знали. Просто многие не понимают, пишут иногда в комментарии, что Лич, я не могу понять, на какой я версии играю, я не могу понять, типа, что это за версия, объясни мне, я на взломанной или на оригинальной. И поэтому я решил записать вот такой вот ролик лично, вот просто чтобы у вас не было сомнений, где вы именно играете. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал, если вы тут первый. Давайте поможем мне набить 43 тысячи подписчиков. Я прям очень жду это количество уже на своем канале. Также обязательно, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, пишите, на какой версии вы играете. И, конечно же, пишите кодовое слово. А кодовое слово будет, знаете, какое? А пускай кодовое слово будет, ну, к примеру, там, блин, я даже не знаю. Давайте, пускай будет монетка. Все, кто напишет слово монетка, обязательно попадут в мое следующее видео. А что хочу сказать по сходке? Обязательно, ребята, кто хочет участвовать в сходке Бэпан, где будет сниматься Алимбек, Бинко и подписчики, там, то есть, есть, получается, 12 свободных мест для подписчиков. Все, кто хочет принять участие в сходке, напишите мне в ВК «Хочу на сходку». И я вам дам, получается, комнату. Мы договоримся о дне, когда мы будем делать сходку. Мы со всеми созвонимся, и будет реально клевый видос. Поэтому обязательно все пишите мне в ВК, что вы вообще думаете. И вообще, у кого есть желание, у кого есть микрофон, кто не боится разговаривать, все пишите обязательно. И тогда вы попадете, собственно, со мной на сходку. Ну и на этом все, дорогие друзья. С вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи, и всем до скорых встреч!